Мэр Магадана в среду, 4 июля, ответит на телефонные звонки горожан. Юрий Гришан будет работать на прямой линии с 14 до 17 часов. Позвонить может любой желающий, предварительной записи нет. В этом году на связь чиновники мэрии выходят по понедельникам, средам и пятницам. На вопросы магаданцев отвечает не только градоначальник, но также руководители департаментов, управлений, отделов. График публикуется на сайте мэрии и в газете «Вечерний Магадан». Номер телефона прямой линии 62 50 65.